Доброе утро всем. Лечу, спешу на работу. Хотел бы немного поговорить про комментарии. Я, конечно, извиняюсь, если я кому не отписываю на комментарии. Во-первых, очень много комментариев. Во-вторых, читать их практически невозможно. Такая помойка, а не комментарии. У меня залетело несколько шортсов по несколько миллионов просмотров, пока я был в Турции. Я приехал домой. Ну, такой люди бред пишут. Ну, приехали, отготовились. Пока что ведра хватит. Будем на ОСБ клеить. Будем улицу утеплять 25-кой. Как тебе такое, Илон Маск? Ну вот, 4 листа без шнура получилось ровно приклеить, остальное все пришлось снимать, 2 листа, натягивать шнур. С глазу посмотрели, вроде более-менее ровно, но чуть-чуть кривовато, но более-менее. Думали, сумеем поклеить. Нифига, приложил уровень там дальше. 6 сантиметров на метр стенка уходит. Так, сейчас натянем шнур, будем внизу листы поуже делать. Коллега клей снимает сейчас. Будут их уже делать, а вверху будем наращивать. А эти вот начало самое очень ровно поклеилось. Ну, а сейчас пришли вот эту стеночку пятерочкой поклеить. Это она уже ровная стенка, это уже проверили. Там-то вначале грибанули, мы не посмотрели, доверились крышникам, как говорится. Что вот эти вот так снизу, как проходили, мы смотрели так, ну, ровно с глазу, ровно. У меня задней мысли не было там шнур тянуть. Думал, на ноль посажу все и ровненько наклею быстро. Нифига подобного. Пришлось листы снимать, шнур натягивать. Этот парапет как ровный, так и поклеил, наверное, за 20 минут. Не то, что тот кривой. А вот сейчас с глазу стрельнул так. И этот не особо ровный. Вот тут уже без шнуров никак, очень длинная стенка. Да там чуть-чуть лоханулись. Думали, что ровно.
5 метров, зачем этот шнур, а там оказалось вообще 5 сантиметров завалено. Вот так бывает, когда слишком уверен в себе. Вот. Сегодня с утра тут грибанули немножко вначале сам, но пару листов сняли. Шнур натянули и все выровняли. Не ожидали, что так криво будет. ОСБ накручено. Потом быстро все доклеили. Как говорится, переоценили себя. Думали, тут ровненько, раз-два и готово. Офигушки. Здесь так вообще, наверное, полчасика заняло. Пых-пых. Все, готово. Потом пошли тут, угол подняли. Вот тут интересно, как у ОСБ будет. Я там чуть-чуть смотрел. Не особо оно и ровное. Чуть придется слоя наращивать, наклеенок. На ляпки садить и пены конкретно давать. Тут вот под конец работы с двойными ботинками всякими. Поигрался тоже. Время отняло много. Больше так нигде сегодня не лезли. Сегодня вдвоем только работали. Третий там по делам. Завтра втроем будем. Дом добьем. Вот эти всякие колонны, то вряд ли. Их на самый конец оставим, когда уже армировать начнем. Когда кто-нибудь посвободнее будет. Вот еще парапеты с ОСБ. Тоже чуть кривые. Мне в комментариях, бывает, пишут, зачем ты на ОСБ клей ложишь? А ты попробуй не положи на кривое ОСБ клей, как ты ровно поклеишь. На пену, на грибочки. Желаю удачи. Попробуйте когда-нибудь. Узнаете, что такое чисто на пену клеить и на грибки садить сразу. Вы такую ерунду там наклеите, что потом неделями шлифовать будете. Если слой там 3-4 сантиметра. Вот так. Понадеялись, что крышники хорошо сделали. Оказывается, не очень. Ну, ничего страшного. Так что вот. Материала так совсем немного осталось.
пару больших пачек. Ну не пару, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пачек еще больших. Завтра, может, выработаем. А вон еще девятая. Такие дела. Память в телефоне кончается. Всем пока, до завтра.